Да ну. Точно. Кто сказал? Родители? В смысле? Я тебе ничего не говорил, не пиздец. Так, ладно, я новое место выбрал, сейчас спальник откину. Иди ко мне. Понял. Я на шифте. На шифте. Не, у меня присед это Q. Мне так удобно. Так, ну ладно, новое выживание. Погнали. Короче, смотри. Наша тактика. Мы просто все веревки, всю ткань мы делаем на спальнике. Раскидываем все спальники по дому, просто по нашему району 5 спальников как минимум. Револьвер слышу. Короче, вот она наша тактика. Я жду только тебя. Конечно, мы на изи могли отбить рейд, но мы бы могли отбить, если бы нас не убили, когда мы с арбалетом вышли, понял? С луком. Мы, короче, вышли, потом мы думали уже разваливать, и сразу же из-за скалы вышли. Они вот эти вот тумбы-юмбы-ючи. Так мы вместе ходили. Чё? Не понял. Так а какой смысл тебе прицел на лук ставить? Или ты не про это? А как его сделать? Там нужно его на верстаке изучать. Ну, типа, блочный лук, да? Который сильно натягиваешь, и он стреляет сильнее. Но это блочный лук называется. У тебя есть ткань у себя? Ну, ткань ты собирал. Ладно, начинается новое выживание. Я примерно понял, где они живут. Мы их подсидим потом. Ну да. А, я дебил, знаешь почему? Потому что я стену в камень не улучшил. Ту, которую выдалбывали. Я дурень. Надо было это сделать. Сука, я даун. Чему я не додумался? Да, строй. Только тот, который можно было расширить. То есть, допустим, фундамент ставь высоко, допустим. Понял? Спешка стреляет. Похоже, бесконечная береза. Дай мне все дерево. Я скрафчу, короче, то, что надо. А, ты белый? А, ты белый, нихера. Мне похуй.